каков я бить во все колокола, приветствуя строкой твое явление, моя ты гибель и мое прозрение. О, как ты поздно, молодость, пришла. Осенняя весна у рояля, народный артист России Алексей Невсяков. А
обращение к залу должно быть. Где ваши ноты? Ждет вас сегодня много работы. Вспомним былые старые битвы. Марш заиграйте, старый забытый. Спасибо, хорошего вам вечера, Людмила Алексеевна. А вам многое лето и новых песен. Вот здесь передали. Дорогая Людмила Алексеевна, многочисленный коллектив репрессированных поздравляет вас с юбилеем. И сколько же ей лет? На самом деле сколько? А Лядова махнет рукой и скажет нараспев: зачем считать их сколько? Все они мои, а после выпьет за друзей пришедших и будет излучать весеннее тепло. У Людочки бывают только дни рождения, годов рождения у Людмилы нет. С днем рождения да хранит вас Бог на многие годы. Ваш поклонник, председатель правления общества жертв политических репрессий Станислав Макаров. Вручаю. Молодцы. Ну, коль мы вспомнили о репрессированных, я хочу сказать, что, конечно, когда мы говорим о войне, это радость всегда со слезами на глазах. Я очень рада, что мне удается всегда пригласить вас, дорогие друзья, несправедливо осужденных, но таких мудрых, таких умных. Я вот смотрю на вас и удивляюсь, ну во сколько вообще может человек прозреть вот до такой степени, как вы? Ведь ни у кого, несмотря на пережитые боль, страдания, унижения, не осталось зла. И когда вы даже по телевидению выступаете, вы такие добрые,
такие чуткие, такие отзывчивые. И вы стараетесь не говорить о тех бедах, которые вам пришлось перенести. А ведь действительно очень много людей пострадали. И даже те, которые выходили из окружения, потом порой Родина не здорово обращалась с ними. И я смотрю на Жонова, которому исполнилось вот сейчас 100 лет. 17 лет он пробыл в тюрьме. Но сколько мы встречались, ни одной грустной нотки. Ничего. Ведь в 40 лет, представьте только на секунду, в 40 лет начать жизнь по-новому. И каким прекрасным он вошел в нашу жизнь и разведчиком, и другим героем. Даже когда он отрицательных героев играл, все равно они были какой-то особой доброты и теплоты. И порой мы ловили себя на том, что да, он враг, но вообще он умный враг, и он весьма симпатичный.